30 тысяч квадратных метров новой разметки з'явится в Могилеве. Обновленные работы на дорогах областного центра только почалися. Их ожитявляет будовничая монтажная эксплуатационная предприемство города. До 1 мая разметку нанесут на центральных магистралях. Работы завершены на Минской шаши, частково на улице Чалюскинцев. Разметочные машины проехали на улице Космонавту и Бялынинского Бирули. Напереди проспект Миру, в улице Лазаренки и Першамайская. Объем работ на гэты момент складая амаль 3000 квадратных метров. Наступным этапом разметки будет нанесена и на іншие улицы города. Технологичный процесс гэты не затягнутый. Как запевняют специалисты, серьезных незручностей на дорогах коммунальные службы не створают.